И снова я вижу цаплю в тумане. Она сегодня прилетела позже. Был очень сильный туман. И потихонечку он ушел. Я наблюдаю за ней. Цапля прилетела на реку, чтобы позавтракать. Она обязательно поймает рыбку. Ну, то она и цапля. Мало. Снова поймала. Цапля настроена решительно. О, точно. Теперь побольше рыбка. А что значит длинная шея и длинные ноги?